Они не хотят идти носками. А почему они не хотят идти носками? Потому что им удобно плавать. Они не самые маленькие. Мне кажется, это малыши. А вот туда, там, где они стоят. Вон там, там, где лед. А, на лед? Да. Нет, тут именечко очень тонкий ледик, но мы его вот так делаем. Этот ледик держит птичек, но наш вес он не выдержит. Поэтому на лед мы будем готовы. Но издалека я тени вижу. Ну, они здесь, они подплывают вниз, ты можешь их поработать. Thank you.
Да, ой, смотрите, видели?
Кто-то тащит целый, смотрите, с едой. Ну, пластиковую эту штуку. Сейчас. А нет, она стоит, но туда вот глубже. Как они до нее дотянулись, не знаю. Ну, смешно. Ну, вот смотри, желтое все. Все желтое. И там, на льду вот там, вот, все в еде. Все в каше. Люди тут пачками трупы приносят. Да, да. Они еще так берутся, прикольно. Вот спины, они будут браться. Нет, просто прогнал. Гляньте, какие красивые. Вот он все время так держит. Эту парочку он держит и так вот прыгает. А Thank you.